опущу себя чуть-чуть. Оба. Оба. Мне чуть-чуть теперь подходить вперед надо. Оп. Хотя, в принципе, что я делаю? Мне можно... Можно просто тормоз отпускать, и я буду чуть подкатываться. Да. Ну, перестать гуск. Вижу. Да, вижу. О, это новая песня играет. Из Forza Horizon 3, кстати. Мне это могло показаться, что это из какого-нибудь Fallout Ultimate Care, потому что там такие же играют. А, точно, кстати, мы... Ладно, я сегодня уже не поеду. Ну, куда, к тебе хотел съездить? Нет, не ко мне, а в этот, в Ингосстрах. Насчет Ингосстраха, я думаю, потом поговорим. Ну, ладно. Не, можем и сейчас поговорить. Ехать не обязательно. Ну, я сейчас как-то не хочу дестабилизировать себя. Этого разговора. Ну ладно, я просто не знал. Ты тогда так говорил, вроде спокойно. Я не думал, что это тебе дискомфорт приносит. Пальцы приносит? Ладно, да не. Думаешь, тебя кто-нибудь впустит? Да? Что, охренел что ли? Слушай, если у тебя нету в багажнике монтировки, то так тогда лучше ему не мешать. И чё, как его? Стоим? Нам говорит. Он уже сказал стоять, все нормально. Если таксист нас не пропустит, если та на него давит, пошла она в жопу. Блин, ты еще положил, что это великолепно, теперь подать на стиле. Он даже на меня не посмотрел. Да ему похуй, господи. Он думает, что мы все должны. Ну а что, его пропустить? Я бы пропустил. А он дальше под... Короче, его пижошник будет пропускать. Просто нет никакого смысла. Они, я говорю, если их не пропустишь, будут лишние проблемы. Пускай. Им потом это все воздастся. А, ну я ни секунду не успею. Ну и ладно. Что, уже тут трафик джема больше нет. Там, короче, один светофор мы едем прямо, а на следующий да, поворачиваем. Я знаю, я туда уже выезжаю. Зачем-то я твоим навигаторщиком работаю. Потому что ты сидишь, я тебе делать хочу. Ну да, мне делать нечего. Что это такое? AS1 написано. Что это? Это на стекле написано. А-а-а. Это просто тень падает. О, волк, вон он. Такая волк там тоже была черная на фестивале. О, там, кстати, поехал белый какой-то фестивальный тоже. Машина с Гарфилдом. Какой-то фестиваль, еще на 9 мая где-то будет. О, кстати, полис! Мотоцикл? На мотоцикл. Да, да. В кустах сидит. Зараза, да? Зараза. Сидюшник. Ну так и да, бывает. Магнитола сделана. Да, ладно, я тут сразу был понятно. И потом, знаете, небось, эта магнитола стоит 1015. Да, это оригинально. Тем временем, да, магнитола у меня, она стоит 3990 рублей. Можно хоть час купить. Сходить в магазин, ну, пожалуйста. Блин, ну реально насколько холодненько это снегу. Надо это прям плевать сейчас. О, да.
О-о-о-о, может, в Острове она сохранилась. Да. А я пил какую-то мочу. Я купил вот тот самый монстр, который палён. Так, ну что, мы поедем сейчас? Мы никогда не поедем, уж трафик джем. Идёт большой значок машины. Так, я надеюсь, сейчас оно... Рискнулся или нет? Я его вроде не стрелся. Стабилизируюсь, я такой, о, страшно. Блин, что такое? Ну, не успели все поехать, придется на первую ближе час. Слава богу, я получилось нормально заехать. Там по навигатору сейчас там надо... сейчас направо, а дальше я тебе скажу. Просто выключил камеру, телефон нагревается. У меня зарядка с собой есть, этот пауэрбанк, но опять же... Так. Да, да. А хоть... там мы объезжаем машину. Ты хоть поворотник включи, а не залезь. Смотри, включи. Так, стоп. Что-то вкус какой-то неправильный. Партия, что ли, вкус реально не такой. Так, можем ехать 60. А на эти знаки можно не смотреть, ничего не происходит. Я так медленно замечаю. Ну, что случилось? А тут потому что дорога кринжовая, здесь надо... Да. Круто. Поэтому... Как все могло успеть сломаться? Знак язык этих крестиков просто прекрасно. Туда мы больше не поедем. Стоп! Чё? Нельзя съехать на Южно-Портовый, мы не доедем, если нельзя съехать. Сейчас мы тогда хрен знает куда поедем. Пока нам, да, вот так. Я ничего не понимаю. Не, ну ты же выбрал точку, куда мы поедем, или это не туда? Это туда, но я вообще не знаю, что происходит. Едем пока так. Хотя вроде мы съехали. 50 лимит, куда торопишься? Пока мы все едем нормально, держимся правых рядов. Так, минус. Так, сгоняемся и перестраиваемся. Хорошо. Что-то он не мигнул фарами, я не знаю. Ладно. Здесь как я так? Ой, ухри, да, что-то яма. Держимся правой полосы, должна быть съехать. Вот тут, вот эта стрелочка. Волгоградский центр, это не да. Туда. А, нам... а ну ладно, тогда не ехали. Господи, здесь так написано. Я что, врач, что ли? Вот, видишь? Мы заезжаем на съезд. Окей. А, все, да, нормально едем. Все, я вспомнил. Да, нам сюда. Там 50, нормально. Сейчас мы поедем, ну, как бы налево. Я знаю, да. Ладно, это мы... Скажешь, когда будешь не знать. Да хотя, в принципе, мне пофиг говорить. А что, все... Держись левый класс. Ты не знаешь. Там все, наверное, вот. Тут уже, кстати, были. Да, тут уже были. Вот, ехать за Оптим. Все хорошо. Вам, случайно, не развернуться, потому что это разрешается. Тут поворот налево разрешен. Единственное, ты там, ну, ты по пешеходному, скорее всего, будешь разворачиваться. Так ты сказал, как будто я выхожу из машины, разворачиваюсь по пешеходному. Да, дальше. Машина катится. И тут еще одна Оптима. Ну, Оптима это же самый популярный автомобильный класс в нашей стране. Потому что дешево. Дешево это вон шестерку купить из-под деда. Из-под деда сейчас шестерку не дешево купить. Потому что дедов не осталось шестерка. Там и пишут, что у меня был дед шестерка, но он не был, он сейчас уже шестерку отобрали. Придется проехать вот так. Ну и ладно. Ну что, кому ты здесь? Все нормально.
Так, прямо, нельзя, прямо, да. Не сюда. Не сюда. Да. Какой смешной. Оксиджин. Чё-то вы сегодня, мистер Скорпион, это, газуете. Потому что он никогда не едет, что я могу поделать. Он задымил еще. Ну, конечно. У него же все, в машине уже 100 лет. 40 внезапно. Ладно. Не отключено, это просто воздух. Это просто воздух. Да, его не хватает, я уже чувствую. Тогда можно вот так сделать. И просто выпрыгнул из машины. Так, здесь куда? Прямо. Здесь туда, типа. Вот видишь, там стрелочка вперед. А этот он тоже тык. Захарасил меня. Да этот вообще мне не нравится. Не, ну в принципе можно попробовать найти работу, там разводить хлеб. Я не знаю. Но это опять надо будет работать 5-2, как и тебе. Да, но у меня смешное 5-2. В смысле смешное? Ну, у меня 3-1-2-1 по факту. Ну это же тоже 5-2, кстати. Ну это просто так. О! Я считаю. Спасибо за. Я просто представил. Октавио тормозит перед грузом и говорит, вы что? Вы что в грузе? Не, не надо. Да. Как говорится, крузак прокуратура. У нас своего рода тоже крузак. Каддео. Дальше что у нас? Дальше мы едем пока что, ну вот просто по натуральному движению. Никуда не поворачиваем. А потом, когда мы проедем через... Короче, следующий поворот именно, он будет направо, но не сейчас. Сейчас мы едем прямо, мы прям под мостом, вот такой круговой полукруг мы сделаем. Сейчас я скажу, когда мы будем направо, короче. Пока едем прямо. Вот, проезжаем до этого. Так, ладно, это здесь не надо, я четвертый еду. Да, это точно. Едем, едем за грузовичком. Пока, пока едем за грузовичком. Она не перестроится, все хорошо. Да. Вот там на Полябина, Гурьянова, туда, короче. На Полбина, Полябина. Ну я и не увидел. Вот, да, грузовичок едет туда, надо зайти. Так, блин, 6-5. Да ехать, ну что, тормози, он же дымит. Да, пусть он уедет. Подожди. Ха-ха-ха, едем. Это тебе любимый? Да, скорее всего. Ну а что я могу сделать? Так, куда нам? Ну, нам прямо. Куда без грузовичка? Да сука. Ну, грузовичок. А что мне сигнать? Я здесь езжу впервые. Как бы я не знаю, что здесь стрелка. Ну они не знают, что ты здесь впервые. Хотя не можно было догадаться, потому что стрелка тогда тоже должна была начать мигать. Ну это же логично. Ну логично, я все равно всегда перепроверяю. Я вижу, что красный начинается. Я скажу, проси. Но он такой, ты чё? Я подойду, скажет, а еще псу. А я не вижу. А там потому что а скобы. Там черный прям. Да. Кстати, а куда он, блин, а куда он вроде... направо собрался ехать? Во двор, кавычки. Ладно, ехать прямо. А он почему-то нам направо. Куда? Где? Здесь нету. У него, мне кажется, просто электроника зашакалилась. Так, я не помню. Здесь, по-моему, две полосы. Было погнать. Он сейчас он направо куда-то хочет, или это фейк, я не знаю, куда. Что он? А, желтый. Пропускаем всех пешеходов. Так, все, да ты. Че? Он не выключает. А, ну наконец до него дошло. Ну это прям как у меня. Не, у меня такое бывает, когда я паркуюсь, у меня просто автоматически не отщелкивает, я такой, блин, а чё я стою на сетер с поворотником в парку? А я с Евробитом перестал кататься, потому что... Там. Может как-нибудь потом расскажу, хотя я это уже вроде расскажу. Да, одни грузовики. Да.
Дальше что у нас? Дальше мы едем прямо. То есть, ну тут много светофоров, мы едем прямо-прямо, там будет река, там будет видно. Там надо будет направо. Устроить я от этого. Ну ты это зря делаешь, момент. Можешь не успеть. Я нужно его точно обогнать, и вы не перепутаете обратно вправо. А тут таксой. Мне надо будет троих мне запекать. Таксой тебе не даст. Даст? Ты не можешь быть даст? А ну даст. Короче, да, тебе лучше это. Готовиться. Ты видишь там? Уже? Ну, еще рано, но желательно. Так, я тогда чуть-чуть потихоньку подхочу. Кажется, что-то очень громко. Очень басит сильно. Машина басит? Нет, и музыка. Может, он тоже в южный корпус. Так что мы его и не обгоним. Никогда. Когда там? Вот здесь? Нет, нет. Дальше. Тут напрямо, прямо. О, о, все, мы его потеряли, ура! И вот на следующем, да, вот там направо. А, ну реку ты, кстати, бы и не увидел, ты бы не понял. А там река. Мир, клипу, нет, куда и кондиционер. Вообще устанавливать кондиционер это очень прибыльно. А там попробуем. Очень басит музыку, мне прям, ну, не знаю, на голову здесь. Может быть потише? Да, стало получше прям реально. Я чуть-чуть убавил, но стало очень хорошо. ЖК вот тот самый Портленд. Да, Портленд тот самый. Ну, как у Хэппи Джоли, у него Liberty City у нас. Порт. У нас дефолт. Не, у нас порт. Блять, за нами едет очень страшный мэн. Да ничего страшного нет, уже ближе, что не так. Он весь ржавый. Да и что, и пускай. Ты понимаешь, если он тебя... Он из тебя врежется, он просто перелетит вперед. Он мой драгоценный зад разобьет. У меня же зад сделан из золота. Ну, тогда ты можешь просто в багажник закинуть и отвезти на разбор. И его по частям. Конечно, у него... У него что-то на капоте написано, маркером. Нет, маркером такой я, кстати, видел. Зачем так делать? Есть ограничение как какое? Здесь где 60. Это логично, наверное. Вот, а вот сейчас. Нет, это не скорость, там нельзя тормозить. Не тормозить! Пропад. Как тебе идея установить газобаллонное оборудование? Ой, очень плохая идея это делать. Я согласен. У меня написано, что поршни разрушаются, если машину на газ переделать. Мне кажется, просто когда у тебя твой драгоценный зад, это еще драгоценнее. Потому что я въеду, ты взорвешь поршни. Да. Въеду не шутка. That's right. Техническая помощь. Я, кстати, видел, переделывали вот эти газели, Волги переделывали. Газобаллоны, вот те самые, которые я хотел. И вот уже, мне кажется, странно. То есть, как он может, это поможет сэкономить денег небольшие. И этот Волгу ты должен тратить. О, вон, видишь, что там вдалеке? Домики смешные. Нет, вообще, вот максимально вдалеке, очень далеко. Москва-Сити там. А, да. Настолько это... сильно. Так, ну да, этот он что-то, я так специально вправо спустился, мне кажется, он захочет. Он не сможет. Он нажмет на педаль, а все, да, уже не сможет, потому что тормозит. А у него не хватит мощности. Хотя с горочки, да, он сможет. Ладно. Ну, надо просто обратиться к поддержке КНИС. Так, вот, а да, там едем на следующем светофоре направо. Каркашинс. Ауч.
ключ на светофоре направо, да, говоришь? Да, на Projected DR 1422. Там вообще такое написано? Там этого не написано. Я напишу. Проектируемый проезд. DR, Drive. Или доктор. Проектируемый доктор. Так, блин. За такси. Поворачивать за туда, такси, кто, за такси. Я знаю, никто не уступает. Ну и на грузовику уступили. Good Airs. А, все. Останавливаемся. Простите меня за то, что я слишком медленный. Это в одностороннем, но нельзя ехать из что-то. А он краун, он на нас смотрит. Да. Хороший краун. Да блин. Все равно жарко. Хотя я еще в двух куб. Я почти в двух куб. Я говорю, тебе надо просто включить кондиционер и забить. Ну и потратим мы 100 тысяч. Я бы под такую ехать не стал, на самом деле. Я хочу как-нибудь под нее в дождь прокатить, но я что-то ни разу еще не ездил в дождь. А зря. Дождем... У меня машина лучше едет, когда дождь. Не поверишь. Как-то комфортнее. А там, кстати, за после поворота направо, ну да, надо. После поворота направо мы сразу налево. Вот, видишь? А потом опять направо. А подожди. А, ну да, здесь просто он боится. Можем мы прямо поехать, да, там что, а, ну что, вот на стороне. Нельзя прямо ехать, я же тебе сказал. Ну я ничего не слышу. Я ее не слушаю, но у меня сквозь уши проходит. Что произошло? Произошел поворот. Господи, вот да, там вот. А тут тоже на сторонке? Да. А ты что? Можешь. Ух ты, как легко коробка переключилась впервые. Так. А ну, а если ты правильно сопоставишь обороты, то... Я вон видел на ютубе, мужик объяснял, как ездить на машине, если у тебя клатч постоянно воткнут, и ты не можешь ничего с этим сделать. Говори, так, и здесь направо? Здесь, да. Автомобили Lamborghini. Ну да, в принципе, вот мы сейчас как раз объезжаем этот торговый дом автомобилей. Он у нас по левую руку. Он да, с объекта, да, да. Это он? Да. О, Lada Granta Sport. Черт. Черт. Испугался Granta Sport? Да. Нет, я испугался этого мужика, который вышел. Блин, поворот под стрелку, станы красные. Очень я не люблю этот маневр. Да ничего страшного, чего тут бояться? А, тебя могут не пропустить. Ну и я и не пропустил. Ну и ладно, и ты дождешь, господи. В этом прикол вождения. Просто как понять пропустить. Ну ты смотришь, вот можно ехать, а вот нет. Так, дальше там куда? Дальше, сейчас он повернет. Ну, блядь, поверни. А, ну я знаю, здесь, скорее всего, сторона... Да, ну сейчас едем, а следующий поворот налево. Ааа, щи, нормально. Тебя этот спорт вас поймали. Вот налево. Вы попали в аварию. Тут уже красный, надо сказать. Что это такое? Лексус. А, ёпки, Лексус. Кстати, надо придержать сцепление без подъема. Да. Хочешь, пойду машину подержу, чтобы не откатил. Так, 6. The clutch pedal in this car is vibrating now. Even more lift. Lexus, а нет, Lexus, он сам дрэг устроил и выйдет. За мной едет баг транспорта. Так, налево. Так, вот здесь уже налево? Нет, их разворачивай, не разворачивайся. Да, да, это, кстати, так. Да, а что это такое? Зеленый, а направо там нельзя. Направо нельзя. Блин, и с основным... Интересно, здесь стрелка будет так, чтобы они встали или они не встали? Обратно будет ехать намного легче. Почему? Потому что. Ну ладно. Я поверю тебе на слово. Ладно. Видимо, это еще не скоро. У меня этот трек куплен в iTunes. О, черный портфолио. Это мандрит. Я, короче, уже... Нет. Да я их путаю, они одинаковые.
Мандеон жир. А это не важно, их морда одинаковая. Стала. Раньше они были разные. А там даже никто не стоит, никто не поворачивает. Ну и что? И, как говорится, за поворотом ищите место для остановки и останавливайтесь. А там нельзя. Хотя, подожди, там для грузовиков. Ну там дальше. Стоп, там вообще, там въезд грузовикам запрещен. Да, и дальше остановка для всех. Здесь как бы есть парковки платные, но я что-то 40 рублей не хочу платить. 40? Даже 80. 80, да, это много. А 40 я бы и заплатил. Когда будет? Алло. Не будет. Не надо. Не торопись. Грант. О, смотри, это ж тупо я за рулем Грант. Тупо Райан Гослинг. Серьезно, это ж скуфер. Скуфер. А, все, поехали. Ставим. Я чуть откатился. Да, блядь, машина поехала. Машина иногда внезапно начинает ехать очень быстро. Я не знаю, что с ним делать. Это нормально, у меня тоже самая. Так, вот, а, все, финиш. Да, все, финиш. По идее, нам сюда. Мы приехали. Вот как раз парковки. Ищем место для остановки и парковки. А как мы это сделаем? Нам никто не мешает? И к Toyota IQ подкатываемся вот так. Много ли у нас места сзади, мистер Клауди Шейн? Да до хрена, блин. Просто там до хрена. Там мы чуть-чуть, конечно же, откатимся назад. Я вот так покажу, что типа я все еще здесь. И все еще здесь. Я, к сожалению, не вижу, что там внизу. Я вижу, в принципе. Я ощущаю. Да. Все вот так. Да, все, мы были внизу. И теперь чуть-чуть подкатимся вперед. Можно даже... Что? Вот так подкатываемся, и все. И выворачиваем колеса вот так. Хотя бы. Все? Да. Мы великолепны. Да, мне на самом деле немножко не очень хорошо все-таки дальше. Не знаю, правда, почему. Надо просто... Ты надо... гляди. Надо расслабиться. Ну что, кстати, в крузе сделать можешь. Так. А где? Куда вообще едем? Смотри, то как... оно не работает. Тут это же неправильно. Я ничего не понял. Мы едем по домам. А, все, нам, нам налево. Оно починили. Значит, налево, потом налево, потом на... Так, а что здесь происходит? Это главная дорога. Ну, да, вон там, да, нормально. Поехали. Езжай. Я опять направо. Налево. Ой, налево. Ну-ка, а ты говоришь, я буду. Нет, не во двор, а... Тут уступать. Другой чуть-чуть. Тут, скорее всего, никого не видно. Ну да. Никого нет. Нет, есть. Ну он летит потому что. Видно же сразу. Наверное, хочет быстро. Зона 20. А он летел 40 точно, если не 50. А вот дальше там какой-то стран. Ну, надо на ту дорогу выехать, видишь, справа, которая развернулась. Я знаю, да. Ну, я что-то превышаю, но это нормально. Это хорошо. О, Мерседес какой-то там не сразу бит. Тут песок рассыпан. Это очень плохо. Так, как бы мы тут... Надо как-то вот туда, а потом, где поворот, вот этот знак. Туда и тебе и надо. Да, туда надо. Да, вот. Туда Lexus едет. Страшно. А дальше нам на это и перестраиваемся в левый полос. Нам поворачивать налево. Либо на это, либо на той, которая самая первая.
Как имеется в виду вот это? Да. Вот эти две. То есть у нас с любой можно подъехать. Кроме самой правой. Ну там вот так. А так здесь все прямо пока что. Не, дальше. А, мы опять мы приехали в автомобиль. Это что-то там, да. Перекрестка. Так, мы, да, ждем, едем дальше, а дальше поворачиваем. Ну, мы будем ждать очень долго, я так понимаю. Но мы там поворачиваем-то. Мы разворачиваемся или просто... Вон знаки висят над дорогой. А, типа по диагонали. Да. Ну, это по факту проезд прямо как бы. Для меня это поворот налево, которого нет. Какая разница? Кто бибикает? Да так. Покончено там, все. Там, все кончено, все. Все включилось. Все включилось. Не включилось еще. Не, я... Зеленый огонечек, то есть спутник ловит. Так, за мной пристроилась Camry 40. Все, мне уже страшно. Да? Слушай, мне кажется, если на Nexia ты ткнешь пальчиком, она развалится. Так, все, видишь? Ах ты, а что ты не можешь просто чуть-чуть объехать, или ты там колесом заденешь? Я не вижу. Ты, мне кажется, можешь чуть слева устроиться, нет? Да, тут нормально. Я его просто хотел пропустить, а в итоге теперь никто никого не пропустит. Ну, конечно, никто никого не пропустит. Все, езжай, все хорошо. Прям в седло вдавило. Тут надо прямо взять одну. Это, короче, третья, ну вот. Это вот первая, это. Вторая. Нет, да, по этой. Тут почему пишут 4? А там, наверное, расширяется. Что происходит? Да, тут 4. Просто... Я вычу туда. Это музыка из какого-то Need for Speed. Может, он 2012. А я думал, ты из Pro Street такой, что-то похожий, очень мотивый. Ну, простите, это такая музыка и была как раз. Там вся таксист такая. Таксист опять слишком не стоит. Вот кто сигналит опять? Слушай, когда ты что-то не понимаешь, надо просто тоже точно так же делать. То есть просто тормозить. Нет, ты просто иногда нажимай на бибикалку. Просто так. Вот едешь, и тоже все будут за другими машинами так говорить, кто бибикает? Ну, это... Нет, это смешно. Вывоз мусора. Корзинка с барахлом. You're from the 70s, while I'm a 90s bitch. I love it. Одна из немногих музык. У меня как-то тут еще есть музыка из Мосфон 2012. Мне надо... Сука, блин! Есть, блин! Да ладно! Потому что я не протараню. Потому что я бы это не заметил. Ой. Эта музыка, кстати, тоже из Need for Speed совершенно внезапно. Но за это точно прилетит страйк, даже не по авторским правам, а по... Так, я чуть понимаю сцене. Я эту музыку не знаю. Что не едет? Ты слушай, чтоб таксист не ехал, это невозможно. Чё так? Я чуть-чуть приотпустился. Меня прям давило просто. Круз иногда едет как хочет. Вон он на русском, это же Need for Speed. По-русски поет. Нет? Так, там куда? Прямо. А, я забыл! Да, прям. Это украинцы. А. Радует, что чувствуем огонь. Радует, что руки тянутся к небу. Радует, что небо тянется к нам. А дальше я не помню. А это откуда вообще ровер, кстати, проехал? Это не Need for Speed, Shift. А, ну понятно, почему они тут. Мне Shift не понравится. Он никому не понравится. Shift просто странный. Даже с рулем странно. Дальше тоже прямо. А там крайняя белая полоса. В принципе, падение. Новое время приходит. Смотри, принимаем решение в небесах наших мыслей. Мы начинаем движение прямо здесь и сейчас. Не имеет значения, кто ты, чё ты, чё ты, чё ты. Нет, ну по-украински я не умею.
здесь обычно полицейские стоят. Так, здесь тоже прямо. Нет, кто-то скажет, первый раз наверное было страшнее, сейчас нормально. Едет груз. Да. А, я думал, это автобусная остановка. Это грузовик. Так, так, так. Прямо, дальше тоже. Везде ты едешь как бы пьяный. А это самая пьяная дорога, по которой пьяным лучше не ездить. А почему? Потому что она избивает. Да это нормально. А вот Датсун. Тот самый. Ну и весь мятый, ему еще хуже, чем в войну. Датсун. У меня Дайхатсун. Дайхатсун. Да. Все, мы придумали новую марку автомобиля. Надо ее запатентовать и выпускать тот самый москвич. Шильдиком Дайхатсу. Не, ну если бы я сделал автоконцерн, я бы выкупил права на Самару и начал бы снова производить. О, эпика! Да? Это хорошо. Тот самый Портланд, которого еще даже нет. Да. Скоро здесь будет Москва-Сити, кстати. Новый? Вторая, да. То есть Портланд. Да. Который потом переименуют в Liberty City. Был Portland, станет Liberty City. И сюда станет GTA 6 Moscow City, чтобы можно было зайти в каждый дом, найти себя и себя убить. Ну это же типично. Нет, ну если это станет... Так, а тут куда? Тут тоже прямо. И тут Joy of All Who Sorrow Church. И вон она. Joy... Так. Что происходит? Прям. Joy of all who sorrow. Радость всех, кто скорбит. Как это неправильно звучит, на самом деле. Так, а здесь? А здесь тоже прям. А ты уж не уверен. По-моему, мы там поворачиваем. Не, сначала мы едем прямо, а потом поворачиваем. То есть пока ехали прямо. А вот там въезд в Moscow Raceway. Вот. Бля, а зачем нам на Moscow Raceway? Мы же можем просто подойти. Не, вон там. Там дрэг-стрип, ты не видишь? Вот. И прям в толчок, так, чтобы... Погоди, прям. Вот. А, все, я понял куда. А, ну да. Так, все, там поехали. Вот это реально, это мост дрэг-стрип. Ну я так же могу. Как? Не, это машина делает, я просто ее повторяю. А тебе надо перестроиться. Что, когда перестройка? А, начинается. Блин. А, ну все в одну, да, все. Так, и стоим. И стоим. Сейчас сзади начнут бибить, я уверен. Это красный еще. Какого хуя? Ну как только включится зеленый, эти не поедут, тебе просто. Ну ладно. Да хотя у меня, я же говорю, у меня перед на самом деле, я могу к нему еще подходить сантиметров на 30. Да, я знаю. Скажи, ты можешь потом запись видеорегистратора скинуть в ГИБДД? Да, да. Красный. А, да, я думал, че он-то поехал. Куда ты, блин, он спешься? А мне плохо. Он, на ему насрать. Блять, сори. Он скажет. Да почему ты старых не уважаешь? А я старых и не обязан это делать. Ну да. Справедливо. Прости. Кому ты это сказал? За то, что я не успел. О, это ж король горбушки тот самый. Он сделал, помнишь, я рассказывал? Да. Он сделал Торрес. Я говорю, все владельцы больших фордов считают, что они самые умные. Да. Он же еще жует туда. Это все началось с Ford Explorer в Подольске. Запомните. А кстати, да, у него регион 190. Он с Московской области, он с Подольска. 600 XT. 600 XT это такая видеокарта от AMD. Очень древняя. Да, как говорится, ты сгоришь. То есть не от AMD, от AO поехали. AT? А что это? А я-то что? Надо мне сейчас будет окно открыть, ему пак показать. А он начнет... Открыть окно и спросить, кто стреляет? Да. Это ровер. А вот сижу. Так, дальше нам. Ой. По-моему, прямо. Да. Ну как смешно, здесь, короче, можно влево, вправо, да. И прямо. Все логично, все со смыслом. Это улица Толстая.
Это улица, да, было написано проектируемый проезд. Куда бежит опять какой-то мальчик? Это Кмань, он толстый. Но бум. Значит, надо будет чуть потеплее ставить, вот снег выпадет, который обещали, надо будет бегать. Какой кажется, снег! Я хочу бегать. И велосипед. Надо будет велосипед пригнать сюда. И на нем покататься. Надо будет купить велосипед. Какой? Марки Круз. А такой есть? Я не знаю. Ну, Круз. Есть стелс. Что ж такое? И притом не с, не как по-нормальному, а стелс. О, все. Опа. Один. Куда? Куда? Ну, не попу, я же говорю. Я думал, он прямо поедет. Как самый настоящий череп. Мои машину в пакет замотали. Гранта, по-моему, как раз. Нет. Не, по-моему, Гранта. Ну или Datsun Ondo тот самый. Но номер спрятал, чтобы не видеть. Вот такой. А тебе не надо знать, кто он. Меня не надо. Не, ну можно подойти, ну, приподнять. Тут сняли весь асфальт, сейчас у меня, да, опять все шины начнут быть толстыми. Не, у тебя сейчас пескоструй будет. Не хочу. А у нас асфальт уже положили. Куда? Красный горит. Да пускай он едет. Ты, у тебя запись есть, ты просто отправь в ГИБДД эту запись. Ну я просто, я буду выкладывать записи, и в комментариях такой, вот этот нарушил вот это, вот этот нарушил вот это, а вот этот нарушил вот это. Мне в комментариях нарушил, ты что, охуел? Ну это как я в своем видео про Ford Explorer. Так, это не очень. Это больше на мою музыку похоже. Это музыка из Forza Horizon 2012 опять. Ну тогда это было популярно, это реально звуки пердежа, фу. Бас очень пердёжный. О, Круз хэтчбэк поехал. Ну, это звучит интересно. Что это? Олаф Киллер? Лав Киллер. Жалко, тут не высвечивается. А у меня высвечивается. Вот опять же, почему у меня всё работает, а здесь в Крузе не придумано? Потому что это базовая магнитола. А ведь сама в Гранте она тоже была, она тоже говно. Она называется ММС. А это называется Navi 300. Сейчас. Магнитола штатная. Магнитола Маджиро. Гранта. Нет, Гранта 21. Это ММС. Вот она, вот она, вот она. Гранта ММС. Слышите с экрана. Слушай, она лучше, чем Круиз. Не знаю. Я буду очень медленно. Да, сейчас. Ты быстро, кстати, едешь, это быстрее, чем надо. Я еду на первую передачу практически на холостую. Надо еще было тормозить, надо отпустить сцепление, еще затормозить. Да быстро, быстро, ты сломаешь подвеску. Я не виноват, что здесь все холодится. Я тут сейчас сказать, я не виноват, что машина на первой передаче так быстро едет. Не, ну я тоже быстро еду. Да здесь вот эти ужасные коровьи лепешки не меня. А, хватит. Ну это Подольск стайл. Пускай идет. Он из пятерочки. Он купил себе покушать. Покушать. Да дергается. А. Тут тоже первая передача дерганая или нет? Все дерганное. Я говорю, машина на газ очень странно реагирует. На Гранте первая передача. Ну во всех ладах первая передача супер дерганая. Это просто капец. Все видно. The whole car is vibrating now. Слушай, у тебя еще все нормально. Ты зря жалуешься. Просто не нравится. Я в своей жопе чувствую все вообще. Ну, в таком случае реально мне придется быть твоим водителем. Чтобы ты не чувствовал это. Так едешь, отдыхаешь. А я вот это все... Это просто так. Здесь, по-моему... Здесь направо. Я больше здесь не буду ездить. Ну и не надо. Тебя никто здесь не просит, блядь. Так. Все, встаем. Именно эту, ты понимаешь? Именно... Летит. Все. А, стоп, подожди. Мы уступаем. Мы подстрел. Не, я просто думаю, где две полосы в одну превращаются, или мне кажется? Никто никому ничего не... А. Пипец. Да, нам уступают. Нам подкатились. Подкатились. Близ пропустите. Он тебя не пропустит. Видишь?
Там сидит какой-то менеджер. Не, нужно просто открыть окно и в него прицелиться из... Ох ты, идёт. Идёт, смотри, идёт. Я знаю. Зачем? Ну и туда надо было еще. Это... Блин, это дает. Ну все, ты не пройдешь. А, он нас пропустил? Он не пропустил. Он хотел нас пропустить, но не... Так там на меня смотрел вообще пассажир. Водитель меня даже не видел, может. Ну, у тебя вроде круз заметный, белый. Было смешно, когда мы на проекционном телевизоре играли с этим, с Буджио. Это смешное отражение, как будто у меня капот погнут. У тебя машина двойная. Нормально. Нам налево. Я знаю. Откуда ты все знаешь? Мы по этому же маршруту с отцом. А. То есть он тоже любит в МакАвто покушать? Нет, он просто возвращается через этот мудацкий переезд. Все, вон полиция, кстати. Здание, вот это офис полиции. О. Что? Грустная музыка включена. Что-то так. Как говорится, а этот мэн сзади, он пролезет? У него, кстати, что-то... У него боковой огонь какой-то есть, интересно. Огонь? Его горит машина? Да. The car is on fire, fool! Не, ну это... В принципе... Я говорю, у меня когда на Самаре перегорела лампочка, у меня все расплавилось. Ой, блин, здесь надо уступать. Ну, транспортер, он нам будет как живой щит... А, нет, не будет. Тут технология живого щита патентована, ее нет. Ждем. Я ничего за ним не вижу. Я ничего за ним не вижу. А, я знаю, что это. Это из Forza Motorsport. Нет. Подожди. Это очень знакомо. Это Grid 2. Давай такой Forza Motorsport 4. Да. О, тот самый. Да. Теперь я все знаю. Слушай, хотя бы заехал тот, кто может. Тут все плохо. Хорошего. Как говорится, Grid 2 Forever Great Game. А я ее так и не понял. Я вообще на самом деле мне. Я как-то очень. Так, а здесь куда? Направо. За Шкодой. Как говорится, follow that Шкода. Как в Army 2. Вот эти Army 2 я поставил, мне ничего так, не. Так, давай, Шкод, вперед. Ну что ж, вперед. Шкода. Simply clever. А теперь. Ну, по идее, сюда. На... Прямо, да. Прямо? Да. Скоуда. Что с тобой случилось? Ну ты вся облезшая. 17 минут. А выход так вот у нее фары перевернуты. Почему у нее стоп-сигналы? Ощущается, как должен быть. Так, ты иди дальше, что тоже прямо. Дальше там прямо. Какой-то поворот, который не поворот. Ну, то есть как бы ты поворачиваешь налево, но без поворота. Вот. Да. А потом уже направо. Это называется единственный естественный скип дороги. Да. Он тоже перестроился. Он боится. Он боится. Это когда мы приехали, короче, на автомысль, там написано, не трогайте машину, она боится. Да, блин, опять зеленый. Это Москва. Подстрел. Что ты хочешь? Это Москва, браток. Да, нам сюда. Еще вторую на всякий случай. Да. И сразу я включил вторую. Так, и мы прямо дальше, а потом... А потом заезд. Вот теперь его главное не пропустить. Нет, не потом как раз. Сначала вот это прыгнуть. Вон, я уже вижу вкусные точки. Вкусные ты точки. Видишь только вывеску. Смотри, тут мы проехали. Дальше да. Будет вон она. Видишь? Да. То есть мы подожди. Там какая-то дорога, мы туда да. Не едем, а дальше мы едем. Пока а, мы там не едем, а, там светофор, что-то. Может, мы этот светофор проезжаем и заворачиваем. Ну да. Да, бокс. Очень странно иметь фастфуд рядом с бокс.
Очень странно иметь продажу подержанных автомобилей рядом с боксом. А это тоже. Там бойцовский клуб, ты не понял. Очень боксерский. Так, это не очень хорошо. О! Будешь под такую музыку заказывать фастфуд? Таксует. Чудо они там никого нет. Короче, он уезжает вперед, и мы заворачиваем в макап. Нет, таксует, мы стреляем ему по колесам, чтобы он не поехал. А, ну он уже. У нас он смотри, что он сейчас делает. Смотри на меня. А, нет, он не делал, что он сейчас заворачивает. Там где шиномонта. А что тут так много Мерседес? Куда мы приехали? Да, вот сюда. С очка. Так, мне надо первый. Странно, на второй еду. Так, заказ. Короче, ты скажешь, что надо пара Big Hit по выгодной цене. Вот заказ. Так, я там прохожу нормально? Я не знаю. Пара Big Hit по выгодной цене. Все. Там высветилось? Что? Ты потише. Нет. Что она сказала? Проезжайте. На каком цену сказал или нет? 299. На. Да. Сейчас, секундочку. Тройка. Ух, дотянемся, нет. Нет, не надо. Нет. 230 будет. Так, что, нам приезжать? Дальше, да. Получение. Вот здесь встаем у окошка. И ждем. Спасибо. Как будто. Я так и не понял, сколько мы заплатили? 239. А, все нормально. Просто и так. Кстати, неизвестно, куда я выезжаю. Ну, куда ты едешь? А такое бывает. А подожди, а я не знаю, куда мы едем дальше. Нам надо что, спортивный проезд я выбираю, да? Да я по идее, я думаю, что я. Ну, я думаю, что я здесь доеду. Спортивный да. Проезд 3. 161 км. Недолго. Так, ну я. Да, сейчас, короче, мы налево. Как-то. Я быстро, кстати. Блин, только единственное, где с этим паспортом теперь стоит. Я объехал каким-то образом. Машина оказалась более узкой. А кого ты, объехал, а так и не обратил? Яму объехал. Яма. Есть такой мониторный бренд. Есть такой Яма. Фудзи Яма. Ой, я не хочу туда ехать. Ну ладно. Ну даже это щи. У тебя нет выбора. Если ты туда не поедешь, ты окажешься в Туле. Потому что там сейчас опять будут коровьи лепешки. Ну, включай аварийку и ехай со скоростью 5 км в час. Тебе никто ничего не скажет. Фу, шаурмист. Мне две в сырном. Подъезжаешь в макап. Ты, по-моему, перепутал. Нет, это как мы с утра приехали, я такой, мне, пожалуйста, град этот самый. У нас сейчас завтрак только. Да. Так, ну выбирай, куда ты хочешь. Завтрак, да я доеду уж, может, не... я доеду. Это мой старый район. Да, это мой новый район. Это мой. Оба. Это просто хорошо. Мой район. Это Volkswagen Polo. Хорошо. У нас, кстати, был Тагаз Ротпартнер Вокмани. Да, он хорош. Ну, он смешной. Потому что это Саньонг Муссо. Давайте, пожалуйста, не заставляйте меня бегать. Yeah! Что ты все это боишься? Твоя машина может проехать где угодно. Но потом преследует Дустер. Он тебя не догонит. Хотя, может быть, и догонит, если постарается. Ой, ну, парень, переходи мне попутать. Парень, переходи. Чё-то ты попутал. Да, простите, я не понимаю, что происходит. А, тут сейчас будет плохо все. Мы умрем сейчас?
Нет, ты видишь? Нету вот этой вот штуки. Не понял. И очень надо аккуратно выкатываться. Ну вот заход. Учебный Outlander. Учебный Джероми. Давай, давай, давай. А, ну окей, да. Учебный. Чё тут? Я думал, ты быстро побежал, ты такой замет. Да. Ну я ж... Ты понимаешь, я езжу еще менее 2 месяца. Это в это сложно поверить, но когда я с тобой езжу, я это чувствую, хотя это такая машина. Когда на ней ездил, я тоже понял, что на ней плавно ездить там что-то не получается. Не, можно, но зачем? У меня не получается. Когда можно просто... Нет, как говорится, может быть, когда-нибудь, когда ты дашь мне по своему району покататься, я покручу мотор. Но я не дам покрутить, потому что тепловее. То есть, а значит, до скольки можно? Ну, до скольки я кручу. А ты до скольки? Не смотрю. До 2000? Как говорится, 2000, потом переключаем передачу. Не, ну если ты скажешь до 2000, я буду просто первая, сразу вторая, сразу третья, сразу, ну как я сразу на четвертый статут. Машину не уйдет. А она не поедет на четвертый. Я в это не верю. Да, это не Aston Martin. На третий? Да еще... Нет, слушай, на третий поедет, на четвертый нет. О, дым! Что это там такое? Это дымус. Оно запахло. Или это едой пахнет, я не знаю. Это едой пахнет. А я там какой-то странный автомобиль, который... Мне кажется, что-то бензином. Давай выйдем, куда-то в бок полетело. Там вот очень странный синий Opel. Или что это? Синий Opel. Ну, Волга зеленый. Волга в цвете Aston Martin Racing Green. Как это там? British Green. British Racing Green. О, Чимчерри Мэдин. Мэн, вон он. Просто Ман. Ман. Эо Мэн. Это неправильно. И опять же, сплюсь райт, как могли немцы назвать свой бренд мужик? Как они? Манфильтр. Мужской. Так, за мной заехал суетолог. Сейчас мне будет плохо. На голубом Лансере, да. 10. Ну, вот он сейчас уже начнет сигналить, хотя еще Лансер никто не поедет. Лансер 10 — это же машина. Да. Это просто подделка китайская. Китайская подделка — это же этот сам Chery. Chery Vortex. Надо быстрее. Нет, стоп, там был не Chery. Или был Chery Vortex. Vortex Odra. Я такого я не знаю. Так Vortex — это Chery, собранный в Таганроге просто. А, ну который все время гнил. Он его пластилин налеп. Да, это GM. Две точечки. Нет, тот, который цветов. И он снял значок Mitsubishi. Надо было купить его там за 200 рублей. Ему просто подъехать его. Я такой, блядь, ты чё? Я кого специально снял. Да, я его маскировал.